Итак, друзья, всем привет! С вами Вокс. И сейчас мы будем проходить дальше замечательную игрушку под названием Fear 3. Так, ну что ж, зрители, интересно, у нас есть? Или зрителей у нас пока нету? На вот портале читаю пользовательские стримы, чат, ну а Good Game и СК2 ТВ. Соответственно, то, что есть. Так, ну что ж, давайте я даю вам картинку. Включаю звук игры и погнали. Чуть-чуть потише, наверное, я сделаю. Да, наверное, где-то так. Так. Ну что ж, как говорится, понесла. Всем еще раз привет. С вами Вокс. И это Fear 3. Давайте продолжаем нашу кампанию. Запуск через 2, 3, 1 секунду. Вот все понеслось. Так, до какой мы главы дошли, я уже не помню. Там глава. Да, глава 8. Остров. Wanted to kill him, stick a knife into his heart. Instead, he's making me feel like I was the monster. He was the monster. Oh, there it is. Какой-то домик страшненький. Are you? Follow me, unless you want to stay here. Hurry up! He's in there waiting for us, you know. Как-то страшновато туда лезть. На самом деле-то. Never the enemy. She was just a conduit for his evil. Harlan Wade may have been blood, but he was never part. Family. Что-то ой-ой-ёшеньки сейчас будет. Так, ну что, чаты, вы есть здесь кто-нибудь? Ау-ау-ау. Так, ладно, нам пока никто не пишет. Как так? Печаль. Ну да ладно. Надеюсь, что вскоре кто-то появится. Погнали. О, бесконечные патроны. Короче, мы тут только с пистолетом лазить будем. Блин, он еще не бегает здесь. Это печаль. Закрыто. О, кукла. Кукла Даша, не плачь. Все, взяли мы куклу. Ну давай, вылазь ты отсюда. Что за прикол-то? А, все. Нормально. Блин, не бегает он, вообще ничего не происходит. Сумочку, да, сумку не взять.
Да, это Fear 3, да, все, привет, привет, ребята, начали уже мне кто-то писать в чатике. Да, это действительно Fear 3. Так, рычаг дернуть нельзя, тут тоже. Зачем вот столько всяких разных локаций, где нету ничего вообще? Куда тут идти? Игруха, да, в принципе, нормальная. Мне она доставляет. Вот я открыл. И вот что я здесь нашел? Вот зачем вот это вот было придумывать? С учетом того, что, как бы, блин, локации достаточно большие. А, и он не бегает. Давайте распрыжку как в КСе. Ни хрена не помогает. Так, ладно, понятно, нам туда идти надо. Короче, тут ничего нету. Только одну куклу мы нашли. В принципе, все. Так, а тут что у нас? Ну, вот это вот уже поинтереснее будет. Замок. Так. Все закрыто. Да, кстати, первая и вторая часть это... Так, куда я пришел? Что-то я заблудился слегка. А, нам, наверное, сюда надо. Первая и вторая часть, вот, когда они только вышли, это было, ну, просто шедеврами. Does this place feel familiar? They watched us here, watched the little rats play in their cage. Да, вот оно, это место, вот оно, это комната, которую нам постоянно показывали. А вот тут как раз и резвились детишки. Теперь все понятно, где это все происходило. Подфризит помаленьку. Ну, посмотри, включи, там два плеера, там идет... Блин. И чего тут делать? Вот ты, ёшкин кот. На регейм и на овн. Телевизор работает до сих пор. He is here. We must destroy the terrible memories of this place and of him. А, блин, чувак, отстань, да? Да ладно. Короче, понятно. He is here. We must destroy the terrible memories of this place and of him. Да отойди ты от меня, отстань! Что-то я очкую, Славик. Ну, у меня пройдет это или нет? Красненько, меня ж только один раз хлопнуть и все.
Блин, жесть. Офигеть-то, как он меня лупит, а? Это игрушка Фир называется. Erase these memories, brother. Офигеть, а? He's here. We must destroy the terrible memories of this place. Короче, его вообще подпускать and of him. Так. Блин, вылазь, тварь. Фуф, ёшкин кот. Да сколько в тебя стрелять можно-то? Блин, разочек он по мне шваркнул, конечно. Нет боеприпасов, отлично. Да я же ни хрена не выживу-то так. Я вообще не понимаю, что тут делать-то надо. Офигеть. He is here. We must destroy the terrible memories of this place and of him. Кошмарную память об этом месте и о нем. Блин, а что тут делать надо-то? Бегать, да? Двери все закрыты. Что тут делать надо-то? He is here. We must destroy the terrible memories of this place and of him.
must destroy what remains of them. Да ладно ты, ну... Все, теперь понятно, хоть куда идти надо. Шесткач-то какой. He is here. Чё было-то? Откуда он меня шварк? We must destroy the terrible memories of this place and of him. These memories, brother. Патронов-то маловато. Мало бы боеприпасов-то. Again. Move! Faster! It was here that he pushed us to our limits. Ой-ой, как хорошо-то. Так, теперь бы боеприпасов найти. Definitely not like the second one. Dr. Wade is wrong. You can't contradict him. Dr. Wade can't get through to him. Second one is stronger. First prototype is just a waste. Так, интересно, он будет еще появляться? Потому что если он будет появляться, это труба. У меня 15 патронов, а это, как вам сказать, это очень мало. Регейм фризит, я даже не слышу, что ты говоришь. Блин, я не знаю, друзья, что делать. Всегда так стримил, всегда вроде все нормально было. Мало боеприпасов. Блин, мало. Я знаю, что мало боеприпасов. Где еще взять-то? Так, тут вроде ничего нету. Ну, сейчас, если он вылезет, мне труба будет. Если эта дрянь вылезет. А, вон еще дверка. Experiments to him. Так, вырубай. О, и тут вырубили. Отлично, как здорово. Так. Ну и чё, мне туда не попасть, что ли? Блин, жесть, патронов нету, туда не попасть. И там эта тварь гуляет. Засада. Блин, ну хоть патрончики дайте-то, а? Жесть.
Ладно. Жесть! Войдите в мир Харлана Уэйда. Жесть. Так. Давайте я сделаю следующее. Чуть-чуть. Вот так. Так, ну и чё, куда теперь? Войдите в мир этого кренделя. Чё сделать-то надо? Как в этот мир войти? Так, тут закрыто. Блин, та дрянь опять там гуляет? Надеюсь, что нет. Что если гуляет, это плохо. Гуляет. Офигеть-то, а? Ой, тут оружие немерено. Вот
Вот это жестко, и как мне с ним бороться? It is all that holds us back from reaching Mother. Да блин-то! Офигеть! Офигеть-то! Вот как с ним бороться-то? Это жесть. Что за жесткач, да? Офигеть, ну чё за бред-то такой-то, а? Здорово, здорово, дедеска. Всё чётко. Мелкота тоже привет, привет, ребят. Так, я вижу такой вот портал у нас. Общается с нами. Блин, чё за дерьмище-то такое? Offers you a
Да ладно, ну откуда ты, тварь-то такая, вылезла, блин? Офигеть! Покажись. Это как было-то вообще? До этого ни разу не убивал. Блин, ни гранат, ничего нету. Так, ну блин, благо сохранения. Ай, опять ты. Привет, чучело. Снайпер. Скотина. Вот это он мне вдал. Так вдал. Давай, иди сюда. Ну. Жесть. You will not escape me. Да чтоб тебя вообще ядрить, мадрить-то, а? Откуда ты такой взялся, дрянь-то ты такая, а? Да как ты меня закалидрал-то, а? Ну. Thank you.
Да неужели мы грохнули эту тварюгу-то? Ну, давай, давай, рубани себе, красавчик. Фух, да неужели мы это сделали просто? Фух, шатай его полностью. Да Микола, я его только что уделал вообще. У-ху! Ой. Открыто достижение. Открыто достижение. Наследниками? А мы стали монстрами? Слышь, ты придурок, блин, три части делали из-за того, что мы стали монстрами, а должны были наследниками быть. Чё ты херню несешь? Блин, качельки такие. В лесу качели. У-у-у. Жесть. Неужели мы прошли это задание? Так, суперсолдат, любимчик, время 14, на 57 секунд больше проходил, нежели нужно. Ну да ладно. Что ж, давайте посмотрим, что у нас тут пишется. Тут у нас ничего не пишется. Четкая реклама сибирской короны. Кстати, да. Овен 3D... пустил рекламу без чего-то согласия, без предупреждений. Кстати, рекламирую там сибирскую корону, и это никак не отключить. Там еще, по-моему, каска есть, реклама, я видел. Да. Братья наконец воссоединяются с матерью, выживут. И любимый сын может только быть один. Ну, давайте посмотрим, кто же этот любимчик. Родовые схватки умножить на 5 криков. Ой-ой-ой. Че сейчас было? Сейчас какие-то драчки будут. О-о-о. А, вот что значит любимчик-то. It never had to be like this, brother. We could have been like gods.
sure I know what that means anymore. I just have to believe you completed your mission. I know it was difficult, but the survivors of this ordeal owe you their lives. I know I do. Ну блин. Короче, ждем Fear 4. По-любому. VIP. Я на самом деле тоже не ожидал, что вот как бы все вот так вот раз и закончится. Как-то не торт. Скажу так, Fear 3 это немножко не то, чего мы ожидали, как бы, да, я все-таки ожидал более такой, да, все-таки вторая часть Fear намного лучше. Теперь гол за плохого. Мне предлагают гол за плохого. Что значит гол за плохого? Гол вторую часть. Ну, Николка, у меня, к сожалению, второй части нет. Я ее прошел, но у меня ее нет. Я, по-моему, ее сторону так скачивал. Вот. Первая часть у меня где-то была, у нее день, не помню. Ой, ну вот, как-то вот так вот. Быстренько у нас все это прошло. Да, Fear 3, конечно, это не актив. Ну что ж поделаешь. Прошли и прошли. Так, ну сейчас только включил уже титры, беда. Омен, привет, и тебе тоже. Я вот на самом деле тоже не ожидал, что он будет титры. Так, друзья, давайте сделаем проще. Сейчас титры закончатся, я сейчас пойду пока чай себе налью, а дальше мы с вами придумаем, что можно постримить. Как бы. Да, постримить можно следующие вещи, наверное. Это, как его, Duke Nukem. Я его, кстати, не играл, мне все-таки хотелось бы проходить, потому что он у меня есть, расширенное издание, но вот... Фишка такая, то, что у меня руки не доходят постоянно. А когда ты на стрим стримишь, то тебе по-любому придется его пройти. Вот, поэтому вот у меня есть Duke Nukem Forever, есть Deus Ex Human Revolution. Ну и, наверное, там уже игры с PlayStation, это дурная репутация, вторая часть. Наверное, это могу предложить на ваш выбор. Потому что больше, в принципе, такого ничего нет. Говорится, выбор это за вами, так что думайте, пишите в комментариях, в чате, ведь сейчас титры закончатся, а я пойду чаю налью. Подойду, и мы с вами решим.
Так, а титры тут идут, они бесконечные. Ладно, давайте сейчас я их оборву, сделаю стоп-старт и к вам вернусь. Не расходитесь. Вот, игра Fear пройдена. Всем спасибо, что меня поддерживали в этой игре. Как-то быстро она прошла. Ну что ж. From her, reduced our family to ashes. She showed me what must be done. He deserved to die.